Всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлинос, и сегодня мы продолжаем играть в Могико Касл. И остановились мы на том, что мы нашли замок, и, честно говоря, проходим дальше этой маленькой милой девочкой. И я, конечно, не ожидал, друзья, что вам понравится так сильно эта игра. Я просто в офиге. Я думал, для вас Outlast, там всякие дедлайты будут интересны. Но когда я увидел 70... лайков примерно за час, это очень приятно было, конечно же, что вы пролайкиваете сразу. Спасибо вам огромное. Можете, конечно же, и другие видосы смотреть, потому что я стараюсь не только в таких пиксельных. Ну, бывает, кому что нравится. Я буду все равно продолжать для других делать пиксельные игры, так что будем проходить. Так, ну, наша Янака говорит: нет, не бери в голову, что мне делать? Это было единственное здание, которое я нашла. Я пришла сюда. Я не была уверена, куда идти, но я пошла сюда. Ах, я дура. Нет, сейчас смысла нет реветь. Нужно лишь найти способ, как улизнуть отсюда. Эх, что я делаю? Может, это сон? Может, могу ли я проснуться? Точно, я проснусь, когда мне срочно нужно будет попасть домой. Я, как я могу вернуться домой? Вход не годится. Может быть, где-то в другом месте я найду выход? Ну и нам предстоит просто обыскать замок, как всегда. Ну, будем пытаться обыскивать, что уж нам поделать. Будем находить прошуток, хавать прошуток, какать им потом, наверное. И вот эти милые педофильчики, наши зверьки. Так, там закрыто. Милые педофильчики, зверьки наши будут, наверное, за нами гоняться. Опять же, мы ничего не знаем. Не знаем, почему они мертвые были, почему они хотят нас жахнуть. О, Могиге, Янакатян, где ты? О, педофильчики прибыли. Прячься. Воу, а как прятаться? А, это я спрятался, типа Outlast. Так. Опа. Могико. Такие смешные зверьки, конечно. Игра упорота до коленки моей, прям, до пяточки. Ну, конечно, я вижу тебя. Он меня увидел. Изнасиловал. Game over. Охренеть. Вот видите, не поиграешь так спокойно. Надо где-то в другом месте прятаться, видимо. Прячься. Так, куда прятаться-то? Я не знаю. Давайте сюда. Так, я спрячусь. Игра добрая. Будем проходить добрые пиксели, потому что я уже, честно говоря, у меня нерв нету проходить какие-то хорроры. Ну, конечно, будем Deadlight дальше проходить. Я вижу тебя. Опять он меня видит. Да что за фигня? Может быть, нам надо в самый верхний спрятаться? Давайте попробуем. Так, прячься. Давай, блин, скутер. Не, конечно. А, у нас еще и время идет, смотрите. Так, картонная коробка. Картонная коробка. О. А, как, откуда звук? А, дверь, наверное, это Могике зашел, да? Где ты прячешься, Янакатян? Тихо. Не бойся, выходи. Могика, черт. Осенняя лихорадка не испортила мой нос. Я бы легко нашел бы тебя. Осенняя, наверное. Что ж. Могитян просто использует портативный радар поиска старшеклассниц. Что за радар? У меня, кстати, тоже сейчас аллергия жуткая, так что если что, друзья, не обращайте внимания. Он сломан. Как? Я им пользовался вчера. Ты что, шутишь? Что это за музыка? Что это за игра? Это не хоррор. Это несправедливо. Почему? Я столько труда вложил в него. Я работал над ним всю ночь. Шмык, шмык, шмык. Блин, ну упорота какая-то игра, реально. Точно, я просто уничтожу весь замок, а после найду ее труп среди обломков и буду играть с ней. Да, будет насиловать нас, честно говоря, мне кажется. Замок восстановится быстро, ее хорошенький труп будет мой. Верно. Сейчас я освобожу свою силу. Боже. Ну что, что происходит? Упоротая игра, если честно, причем вообще. Что-то происходит, и мы не можем понять. Да, время обедать. Наверное, они соберутся теперь. Фух, типа пронесло. Наверное, они соберутся теперь за столом и будут кушать, а мы, наверное, пока. Ну, осмотримся, наверное, я так думаю. Мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Ну, конечно, на тебя статуя смотрит. Слушайте, давайте сохранимся на всякий случай, потому что. Такая длинноватая была, конечно же, заставочка. Не открывается. И, друзья, я для вас, опять же, с вебкой записываю. Хочу в следующие выпуски все делать с вебкой. Может быть, будет вам интереснее смотреть, чем просто на экран. Ладно, мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Ну да, ты это уже говорила.
Так, они там едят, да? Янака взломала дверь, выглянула в нее. Они там кушают, да? Воу, что это за демоны пекинесов? Вкусно, вкусно? Давай прошутто. Восхитительно. Ам-ном-ном-ном-ном-ном. Нет, прошутто, нет жизни. Мне кажется, это они эти все плакаты вывесили. Вкуснятина, прошутто вкусный. Лосось, это так вкусно. Картофельные чипсы для Моги. О, лорд, лорд прошутто. Министроны, кровь бога. Что? Вкусно, Могиге, вкусно. Никто не вправе мешать нам есть, тем более телефонные звонки. Вкусно, вкусные суши. Вкусная еда, Могитян счастлив. Охренеть, у них какая-то пирушка там сумасшедшая. Вообще, игра вообще сумасшедшая, это не хоррор. Друзья, я, наверное, ошибся, но все равно пиксельная игра веселая и... Почему бы не поиграть, да? На полу записка. Для кого предназначено это письмо? Если вы читаете это письмо, значит, меня уже нет. Этот замок опасен, вы должны найти выход. Если вы не сбежите отсюда, вы никогда не уйдете от Могика. Они всегда будут с вами, даже если вы прячетесь. Они найдут вас. Прятался и прятался и прятался. Они всегда находят меня. Я их убиваю, убиваю, но они не кончаются. Они приходят ко мне один за другим. Это моя гипотеза, но, возможно, они... Похоже, они снова вернулись. Я знаю, что это бесполезно, но я буду защищаться, пока у меня есть силы. Я хотел бы попрощаться со своей дочерью. Мне жаль, я был плохим отцом. Я люблю тебя, Оливия. Папа, Оливия. Значит, тут дочь была, и эти мугики затрахали отца, что ли, или что? Что за... О боже, это еще что такое? Такое чувство, как будто бы я съел ЛСД. С пряником. Что это за кровавленные пекинесы лежат? Это он их убивал или что? Мне кажется... Ай, блядь! Сейчас еще они закусают. Эй! Что происходит? Друзья, мне кажется, я поеду скоро с этой игрой. Пиздец, что это происходит? Здесь страшно. Хочется плакать. Эй! Мне тоже хочется плакать от такого. Сюды. Ах, теперь я слышу голоса, я обречена. Я помогу тебе. А? Иди сюда. Кто это зовет нас? Кажется, голос доносился оттуда. Откуда? Блин, они меня сейчас эти сожрут еще, да? То есть не сожрут, а кое-что другое сделают со мной. Извращенское такое. Мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Так, вот эти вот кабелитосы меня не тронут? Они ж тронут. Так, тут закрыто. Давайте просто обойдем, может быть, получится. Так, ну это как всегда она говорит. Одно и то же. Конечно, пиксельная игра прикольно сделана. Она сделана красиво, что самое главное. Не похожа на те пиксели, которые мы ранее проходили. Но опять же, мы ничего не знаем пока что. У нас только вот сюжет идет. Ладно. Привет, мисс. Добро пожаловать. Янака не понимает, что происходит. Не бойся меня, я не нападу на тебя. Я предпочитаю сидеть здесь и пить чай, ты видишь? И не волнуйся, магикос не придут сюда, они не едят. Кто ты, черт возьми? Я? Немного странный Могико, можешь так меня называть. Что за глупое имя? Я... Прошу, присядь. Это какой-то, наверное, может, главный их, или фиг его знает, кто это? Один из главных. Ты хочешь выбраться из этого замка? Да. Я вижу, но это естественно. Тебе надо идти на верхние этажи. Верхние? Видели глазам этой Янаки? Именно через входную дверь ты можешь найти, пройти. Потому что она заперта, да? Блин, я что-то не то прочитал. Думаю, ты заметила, что этот мир отличается от обычного. Нормальный человек не сможет попасть сюда. Ну, понятно, наверное, она что-то съела, я же говорю. Немногие могут попасть сюда, и не каждый возвращается домой. Те существа магикос. Янака просто потеряла язык. Ах да, ты случайно не на поезде приехала? На поезде, да. Откуда я знаю? Я узнал это из сети Могика. И еще, этот поезд в один конец, на нем ты не сможешь вернуться в свой мир. А? Ну, в верхней части замка есть дверь, которая вернет тебя в твой мир. Есть и другие способы, но человеку они не под силу. Поэтому дверь наверху самый надежный способ. Думаю, ты все поняла. Ты мне не веришь? Не удивлен, ведь я Могика. Ты их боишься, да? Мои извинения, они немного не в себе.
Они делают страшные вещи, они ловят милых девочек, таких как ты. Я много раз это видел. Почему же он совсем другой, да, не хочет? Поэтому я не хочу, чтобы ты встретила такой же конец. Конец. Что другие люди, которым пришли сюда, что с ними стало? Так, ничего не с ними не стало. Он нам не хочет рассказывать, какой-то... Ты правда хочешь знать? Не уверена. Ахаха, да, лучше тебе не знать. Ах, кстати, я хочу кое-что тебе дать. Получен большой нож. Мне кажется, я этим ножом буду кого-то резать. Торт, например. Возьми его для самообороны. Как я могу использовать его? Берешь так. Разве не очевидно, я с его помощью ты можешь убить Могика? Что? Поодиночке они слабые. Нанеси удар ножом, ты можешь убить Могика одним ударом. Слушайте, друзья, у меня такое впечатление, что я играю в хоррор, но только он, знаете, комедийный, он как черный юмор. Но, в принципе, не знаю, посмотрим, что же будет дальше. Что это? Что? Почему ты так добр ко мне? Ни хрена себе добр, он дал нам нож. Может быть, он хочет подставить нас? Может быть, эти, как бы, могики хорошие, но они хотят трахаться, у них чешется... Ладно. Ахаха, да, действительно, почему? Просто так. Он просто так хочет, и все. Теперь иди, у меня мало времени. Ну, хоть бы колы налил бы, или вискаря, он стоит у тебя. Не позволяй Могика поймать себя. И все. Вот такая вот фигня у нас происходит. Давайте пошарудимся по его комнате. Опять парашюта, зачем-то парашюта. Почитаем дневник Могика. В нем много записей о мастурбации и дефекации. Кстати, я читал в описании, что они тут записывали, как они мастурбируют. Но дефекации, я не знаю, что это. Получено порно. Охренеть, получено порно. Я тут буду еще собирать порно-журналы, походу. Интересно, что это за книги? Порно. Что? Что за черт? Что? Инака медленно положила книгу обратно. Там, походу, не только порно, там и похуже кое-что. Прошута против бекона, битва богов. Что за прошута? Что за бред? Интересно, что это за книги? А, ну да, я уже читал это. Друзья, я не знаю, честно говоря, зачем нам порно, 5 штук причем, прошута, красный перец. Может, мы что-то сможем приготовить, я пока что сохранюсь. Да, странная какая-то игра, вообще очень странная, но, друзья, вам нравится, мне тоже нравится. Ну, Радио Магека, на нем играет урок на тему, как говорить. Как говорить с кем, интересно? С Гаврилой Петровичем? Вот это какая-то странная, да? Статуя Куроцино в полный рост. Не знаю, кто это. На статуе написано жалобы. Глупый-глупый Магека. Грррр, ты заплатишь за это, дьявол. Чек из порно-магазина. Пипец какой-то. Что это за существа, которые только фапают и маленьких девочек пытаются изнасиловать? Кола и текила. Оказывается, странный Магека любил выпить. Так, ладно. Колу с текилой смешивают, да? Я никогда не смешивал такого. Ладно, нам дали нож, в принципе. Что это за записка еще? Уничтожить всех еретиков. Это уже куда-то к этому, к Даунвару, Вархаммеру куда-то катится. Ладно, в принципе, что тут? Больше ничего нету, да? Немного странной логика. Убить его. У нас есть выбор. Не, ну давайте не будем убивать. Зачем? Я сохранился, в принципе. Оставим сохранение, может быть, потом я его зарежу. Зачем их убивать? Какой смысл? Да и, блин, как вообще убивать тут? А ну, давайте возьмем нож наш, да? Вещи. Большой нож. Мы как-то воспользовались, да, им или нет? Тут как-то на X вроде бы использовать, не? Конечно, странная очень игра. Ну и как-то странно, да, убивать их. А ну, они стоят. Магика? Ну, надо на верхние этажи пробраться, но, смотрите, убить Могикоса, прикрывающий дорогу ножом. Но нам надо наверх, как нам сказали, давайте убьем. О боже. Она что, всех завалила, что ли? Может, не стоило этого делать? Может, не надо было их убивать, как бы? Но нам некуда пройти. Это единственный ход. Тут будет, кстати, не одна концовка. Тут, говорят, две концовки должно быть. Ну, фиг его знает. Может, там и больше, а может, и нет. Ну, посмотрим, давайте. Через верхние этажи, он сказал, есть выход. И найдем же его. Так, тут закрыто. Я даже не знаю, на что эта игра похожа. Потому что...
Раньше я такие не брал игры. Она очень странная. Как бы... Вроде бы... Знаете... Она вроде бы... Как бы и страшная, и комедийная, и упоротая в одно время. Извращенская какая-то. И тут... Могиня. Странно так говорит, да? Так, декоративное растение. Эх, я устала. Сколько их там? Интересно, смогу ли я попасть на второй этаж этим путем? Мы разве уже не на втором этаже? Смогу ли я вернуться домой через эту дверь? Возможно, странный Могик сказал правду, но... Он мог меня обмануть. Мог, конечно. Если я не смогу вернуться... Стоп, не думай об этом. Нужно сосредоточиться на поиске выхода. Да, мой путь будет непрост. И я не могу просто остаться здесь, верно? Это да, надо выбираться отсюда, потому что... Лэр. Опа. Могиге. Опа, он походу проснулся, да? Ой-ой-ой-ой, их целая куча, тут надо сваливать. Не знаю, правильно я пошел или нет, но, блядь. Этаж второй. Пам-пам-пам-пам. Сегодня хорошая погода, да, братик? Опять мы увидим флешбэк, который происходил ранее. Да, ты права. Придется делать домашнее задание сразу же, как вернемся домой. Да. Братик, что это? Что-то тут слишком такие, знаете, паузы большие. Ох, прости, ничего. Правда? Правда. Кстати, Инака, ты не голодна? Я куплю тебе мороженое. Ах, правда? Ага. Ура! Опять какие-то флешбеки странные, непонятные. Зачем они тут происходят? Опять где-то что-то все красное. Может быть, с братом что-то случилось, или это какие-то старые воспоминания, или фиг его знает, что это. Они по-прежнему в той комнате, да? Но это не важно. Они перекрыли дорогу назад. Куда идти дальше? Так и знала, что меня обманули. Я дура. Брат, что мне делать? Чем дальше я иду, тем чувствую, что я неправильно иду, становится сильнее. Так, ладно, куда мы попали вообще, непонятно. Все красное, как в жопе. Так, красная дорога. Охренеть, у меня аж глаза выедают от этой красноты. Как будто бы рисовали картину. Ну тут странно все. Опять же, кажется, мертвый. Опять такое чувство, как будто бы девочка под какими-то наркотиками. Может, прошу-то нам съесть? Опять Могики. Привет! Сейчас время вопросов. Да. Ты сможешь съесть булочку, либо хлебный пудинг, но хлеб ты не ешь. А... Что? Доскач? Что? Черт, я не знаю. А, погоди, что? Какой-то пиздец происходит. У меня такое чувство, как будто бы мне в голову налили кефира розового. Что происходит вообще в этой игре? И мне кажется, эти все ответы, все эти вопросы будут влиять на дальнейшее наше как восприятие, вот фиг его знает. То есть, что-то будет дальше. Это какой-то психоделический, пиксельный вообще мир. Ты знаешь, как вкусные перцы чили. Кстати, у нас перец чили есть. Может, ему попробовать дать его? Ну-ка, давайте попробуем. Или нет? Нет, он, походу, не хочет ничего. Они все мертвые тут. Что происходит вообще? Что за мир? Какая-то странная вообще хрень. Блин, эта гребаная аллергия меня достала. Так, ладно. Что же мы тут... Удивлена? Ничего. Какая-то все как-то странно, как-то... Запутано, какие-то лабиринты причем. А, ну мы можем так пройти, да? Эти могики что-то говорят. Может, какое-то проклятие тут наложено? Оставь меня одного, я хочу умереть. Этот могики без лица. Ой, блин, а тут их вообще целая куча. Я слышу их. Я слышу. Крик душ. Ха. Знаете, такое чувство, как будто бы мне скрыли мозг и колупаются там ногтями. Дикая зебра. Так, ладно. Зырк. Это типа она посмотрела, зырк.
Что с этими картинами? Они какие-то странные. Глупые картины. И сколько? Что? Ну, Янаки такие бэньки прям. Кто? Откуда доносится голос? Я здесь. Это, наверное, картина. Я так и думал, да. И мне кажется, что что-то сейчас будет не то. Ха-ха! Ча! Ты не убежишь от меня! Ах, как прелестно это звучит. А-а-а! Чувствую, нам опять, походу, сейчас понадобится убегать. Эй, что? Подожди! Да, нам, видимо, опять надо убегать. Ох, ёб, сколько их! Вы чё, падлы? И все за мной. Так, сваливаем, сваливаем. Тихо, тихо. Ёб, твою, дивизию! Ой, надо было, наверное, в дверь идти, я не сохранился. А тут, наверное, сейчас тупик будет, да? Ой, там тоже их целая куча. Прошу-то. А ну, возьмем. Не знаю, для чего, но, блин. Слушайте, они перестали меня преследовать, да? Ой, тут еще картина. А что это? Смотрите, этот смотрит, повернулся. Блин! Ааа, блядь! Фу! Они выскочили ниоткуда. Твою дивизию. А интересно, если я продолжу... А, я отсюда начинаю, отлично. Так, ну что, друзья, пробуем еще раз. Есть! Отлично, успел. Надо было резко просто все делать. Янака закрыла дверь. Так. Ну что, эй, открой! Ты впустишь меня? Открой! А, грррр. Я очень разозлюсь, если ты не откроешь, если ты не сделаешь это. Дьявол, дерьмо, я уже злюсь. Выходи уже! Ахахахаха. Все, заперлись. Ну тут эти сидят, магеки. И она как бы их не боится, да? Надо, наверное, сваливать отсюда, мне кажется. Ты же прошу-то. Я не знаю, зайдут ли они сюда или нет. Опять порно, порно. Получено министроны. Будь тише, сейчас вылетишь. Охренеть. Вкусный прошутто, хвала прошутто. Забрать прошутто. Это брать у него или нет? Давайте не будем брать. Полный мусорный бак, получен мусор. Зачем нам это? Кто-то откусил голову, походу, магеки. Давайте, ладно, сваливать отсюда. Что-то вообще какой-то упоротый вообще просто геймплей. Что происходит, друзья? Я не понимаю вообще, что происходит. Но на этом мы закончим наше второе прохождение, ну, вторую серию. Но если вы хотя бы что-то поняли, хотя бы какую-то долю смысла, то объясните мне, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это просто какой-то упоротый вазелин. Ну а если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Bloodlines, и всем пока, всем удачи. Ну а еще хотел бы посоветовать вам игровой канал под названием Notebook. Здесь есть всякие интересные видосики, есть интересные инди-игры, есть новости всяких игровых индустрий, например, там новости даже игр, есть различные топы, ну и как всегда летсплейчики на различные игры. Так что заходите по ссылке в описании, или можете перейти по ссылке в аннотации и оценить канал и подписаться.